Ты готова без полномочий руководителя помогать библиотеке, сотрудничать с ними? Конечно, да. То есть это мне свойственно, в принципе, я абсолютно открытая. Я очень долго, кстати, думала над тем, зачем оно мне надо туда подаваться, потому что я в свое время попрощалась с бюджетной сферой и зареклась туда возвращаться. Ну, просто это пройденный для меня этап. Я не могу сказать, что это плохо, это негативно. Нет, это прекрасно, это шикарный опыт, который у меня был. Но вот почему-то я для себя решила, что все, хватит. Вот. То есть то решение, которое я приняла, оно было для меня очень тяжелым, таким вот взвешенным со всех сторон. То есть та стратегия, которую я писала, она вполне выполнима мной же и коллективом людей, которым не все равно, что происходит в стране, как в качестве директора библиотеки, так и в качестве партнера библиотеки. У меня есть опыт сотрудничества с культурными учреждениями других городов. То есть мне ничего не мешает воплотить это в другом виде, просто нужно будет подумать, как правильно это сделать. То есть я абсолютно ничего не имею против того, чтобы прийти и сказать, а давайте мы все-таки будем с вами работать, но в другом, как бы, да, качестве. Абсолютно готова.